Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска, 3.5 бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 117 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле заменю задние тормозные колодки. Для этого поднимаю автомобиль и снимаю оба задних колеса. Поднял автомобиль, снял оба колеса. Теперь откручиваю нижние и верхние болты в направляющие, которые у нас прикручены. Направляющие смазаны, но смазки уже маловато. А вот обидно, нижняя направляющая не выходит. Поэтому придется ее снимать вместе со скобой, чтобы вытащить направляющую. А вытащить я ее хочу, чтобы почистить резьбу и смазать полноценно. Маленькие такие колодочки для такого не совсем маленького автомобиля. Колодка в направляющей, колодка в скобе суппорта сидит очень туго внутренне. Это говорит о том, что сверху под пластинами наверняка набилась грязь. Возьму отвертку. Колодка так туго не должна быть. Сейчас почищу, когда буду устанавливать новую. Этого зажатого состояния не будет. Все видно, подошло к пескуну. Пескун еще цеплять не стало, но осталось примерно миллиметр. Откручиваю два болта, которые держат скобу. В этом плане, конечно, недоработка. Раз сниму скобу, сниму тормозной барабан, посмотрю колодки ручника, вернее тормозной диск, он же тормозной барабан колодок ручного тормоза, в каком состоянии они. Колодки в отличном состоянии.
Пока поршень я не утопил, под пыльник добавлю смазки маленечко. Поддеваем пыльник аккуратненько, чтобы не повредить его. Здесь паз, под паз проталкиваем отвертку и заводим под пыльник шприц со смазкой. Подпыльник я использую Фэби для сборки суппортов. А вот теперь можно утопить поршень в суппорт, чтобы установить новые колодки. Поправляем пыльник. Все, пыльник осадил на место. Когда будем устанавливать цилиндр на скобу суппорта на новой колодке, если пыльник будет выступать за поршень, есть вероятность его подрезать об колодку. Снимаю сейчас пружинки и верхнюю, и нижнюю пружинку. Вот она, грязь под пружинкой. Все это вычищаем и сверху, и снизу. Также вычищаем сами пружинки. И после того, когда мы уже установим новые колодки, колодка у нас зажата не будет. Вот тоже вот видно грязь и коррозия. Также снимаю оба пыльника и вычищаю старую смазку изнутри. Ну, как чистить, показывать не буду. Это уже может каждый сделать. Почистил посадочные подколодки. Коррозию всю позбивал. Добавляю маленько смазки в направляющие. Много не надо. Отверткой я ее там разгоняю. Посадочные подпыльники я тоже вычистил, вот видно. Обязательно убираем всю коррозию, потому что если пыльник будет сидеть неплотно, будет попадать грязь. Одеваю на место оба пыльника. Пыльники внутри я тоже вычистил. Ну а теперь можно наживлять на место, но перед этим одну направляющую, нижнюю. Нижняя у нас была без колечка резинового. Сейчас смажем ее немножко и устанавливаем. Маленько смазываю саму направляющую. Почему маленько? Потому что все это практически снимется и останется в пыльнике. И маленько смажу резьбу. Посадочный подпыльник тоже смажу. Чуть-чуть смазки сверху. Теперь беру цилиндр
И наживляю направляющие. И закручиваю в скобу. Подтягиваем оба болта. Ну вот теперь уже можно устанавливать скобы. Скобы я тоже вычистил. Берем новые колодки. Новые колодки фирмы Нишимба. По Нишимбе они идут PF2466. Здесь заклеено. Оторвал. 2466. Нишимба колодки хорошие. Внутреннюю колодку берем с пескуном. Наружную без пескуна. Со старых колодок снимаю противоскрипные пластины, радиаторы. Устанавливаю на новую колодку. Здесь хотел показать. На этой колодке только один усик. Вот этот маленький. Вот этих двух усиков на родной колодке нет. Это оригинальная, еще ниссановская стояла. Я убираю эти усики с обоих колодок. Сточу их. Сточил усики, пружина стала ровно, завожу колодку на место. Вот как видно, колодка зашла легко и шевелится. Это вот после того, как почистил под пластинами и сами пластины. Также завожу наружную колодку. И теперь можно цилиндр тормозной ставить на место. Поправляю пыльник. Также немножко смазываю саму направляющую, посадочная подпыльник и немножко резьбу сверху. Чуть-чуть смазки. Завожу в пыльник и закручиваю. Закручиваю нижнюю тоже. Все. Вот этот свободный ход мы выберем после того, как заменим вторую сторону и пару-тройку раз нажимаем на педаль тормоза. Убираем свободный ход. Аналогичным образом меняю колодки со второй стороны. После этого
Нажимаю на педаль тормоза 2-3 раза, но сейчас пойду и посмотрю уровень тормозной жидкости. Я знаю, что я его не доливал, уровень тормозной жидкости превысить не может. Но когда его доливают, если сжимать цилиндр, то жидкость побежит через верх. Следовательно, выможет внизу. А жидкость, она агрессивна, начнет лезть краска. Поэтому лучше посмотреть и этого не допустить. На этом все. Замену тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго.